Все началось еще в прошлом году. 61-летняя тамбовчанка приобрела лекарственные препараты в сети интернет. А в июле этого года пенсионерке сообщили, что за покупку ей положена компенсация в 160 тысяч рублей. Чтобы ее получить, нужно заплатить. Доверчивая тамбовчанка перевела незнакомцу собственные 20 тысяч, а когда на том конце трубки попросили сумму побольше, влезла в кредиты, на что подбила еще и родственников. Неустановленное лицо, значит, путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом компенсации за покупку лекарственных средств завладел денежными средствами жительницы города Тамбова в сумме, значит, 4 миллиона 345 тысяч 98 рублей. После того, как у несчастной закончились все деньги, злоумышленник перестал выходить на связь. Тут в дело вмешалась полиция. Подозреваемого задержали в столице. Он оказался жителем Ульяновской области. Молодой человек признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».